В сторонке бабушка стояла. Рецепт, потертый кошелек, а по щеке слеза бежала. Жестокость, а не мой упрек. Тихонько отошла и плачет, ведь на лекарства денег нет. Другие люди, спрятав сдачу, спешили, суета-сует. У каждого свои проблемы, у каждого судьба своя, а у нее кружились стены, от слез болела голова. Последние считает крохи, до этого пришлось дожить. На том листке всего лишь строки, от этих строк зависит жизнь. И женщина, приняв своею ту боль, что в тех глазах прочла, к окошку повела, жалея, и мимо боли не прошла. Держалась за руку старушка, боясь надежду потерять. К окошку шла она послушно, чтобы рецепт опять подать. Та женщина все оплатила, вложила деньги ей в ладошку. У бабушки слеза застыла, не верила, так быть не может. Привыкли мы в добро не верить, проходим смело мимо слез. Мы душу спрятали за дверью, а на добро не мой вопрос. А бабушка, поверив в чудо, поверив, есть добро на свете, быть может, долго помнить будет, молитвою на добро ответив.